Какие основные три качества вы ищете в своем будущем партнере? Наверное, хорошо чувство юмора. По-моему, наверное, только это мне не надо. Какие три качества должны быть в вашем мужчине? Сейчас, чтобы он был добрый, верный и целеустремленный. Ну, наверное, скорее всего, верность, искренность, ну, в меру искренность, скажем так. Ну и, наверное, доброта ко мне. Качествами. Он должен быть образованным. Он должен хотеть добиваться целей в жизни, развиваться и любить детей. Ну, чтобы он был честен ко мне, то есть, ну, чтобы ничего не скрывал, доверие, чтобы я могла ему доверять, ну, взаимопонимание. Это внимательность, доброта и чувство юмора. Искренность, честность и чтобы любил меня. Добрый, чтобы любил детей, это самое главное должно быть, и чтобы ко мне хорошо относился, ну такого, чтобы нежным был, ласковым. Уверенность, ум и осознание того, чего он хочет. В принципе, щедрость, доброжелательность, любовь ко мне. Нет. Харизматичность, доброта и мужественность. Ой, я даже не знаю. Ну, чтобы он умел хорошо ухаживать, чтобы он тебе доверял и был верным. Наверное, я добрый, наверное. Ну, еще повторю, чтобы любил, наверное, как бы, чтобы были чувства, наверное, как-то в первую очередь, наверное, к женщине, я считаю. Девушке, партнерше, которой он будет там любить, заботиться. Ну, наверное, это стабильность, честность. Наверное, возможность понимать партнера, ну, собственно, меня. Настойчивость, влюбленность, искренность, доброта и отзывчивость.